Мало кто знает, насколько уникальную технику используют для того, чтобы очистить замерзшие ливневые канализации от льда и грязи. Вот эта машина, к примеру, выдает давление в 30 атмосфер, используется для того, чтобы пробить трубы, проходящие под дорожным полотном. По ним вода будет уходить дальше, от домов и дорог, к сливам. 43 922 метра открытых и 48 355 метров закрытых ливневок проходит через Петропавловск. Всю эту сеть ежедневно чистят и приводят в порядок коммунальные службы. Работают 6 бригад, 4 бригады работают в день, 2 в ночную смену. В круглосуточном режиме также работает диспетчерская служба очистных сооружений. Хотим обратить внимание на сознательность граждан города Петропавловска. Во избежание потопления вашего имущества необходимо ухаживать прилегающую территорию и не засорять ливневые сети различным мусором.